Привет, друзья! Греческая компания SAS Technology показала запуск ракеты Hydra-70 с разработанного ей дрону Sarissa SR-1X. Это первый запуск американских неуправляемых ракет с дронов. Авиационная ракета Hydra-70 имеет дальность полета до 8 километров и находится на вооружении многих стран НАТО. Ракета производится для ВВС США более 60 лет. Греческие дроны серии Sarissa SRS-1 – это основа для боевой платформы дронов. Они могут нести разное вооружение. Грузоподъемность дронов до 25 кг. Время полета в зависимости от нагрузки до 20 минут. Греческие дроны компании SAS Technology будут официально представлены на предстоящей международной выставке DFA с 9 по 11 мая. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.